Замечательно. Ну что ж, тогда мы начинаем. Еще раз я представлюсь для тех, кто у нас только что подключился. Меня зовут Ульянов Олег, я являюсь постоянным клиентом компании Global Intergold, топ-лидером этой компании, инвестором этой компании. То есть я покупаю ценные бумаги, приобретаю здесь очень выгодно золото. Итак, сегодняшняя конференция у нас будет посвящена как раз этой теме. Мы будем говорить о деньгах. И в конце я традиционно отвечу на ваши вопросы, плюс мы разберем некоторые важные принципиальные моменты, на которые я хочу обратить ваше внимание. Итак, я закрою чат, чтобы он нас не отвлекал. Пожалуйста, если у вас есть или будут вопросы, в конце встречи вы их обязательно зададите, я с удовольствием на эти вопросы отвечу. Итак, дорогие друзья, как я сказал, речь у нас сегодня пойдет о деньгах, а именно о достижении финансовой безопасности. То есть, как вы сами видите, да, наша цель достижение финансовой безопасности, создание лучшего мира и лучшего качества жизни для клиентов Global Intergold. Почему именно это уже наша цель, а не просто цель компании? Мы с вами уже об этом знаем, мы с вами об этом много говорили, потому что компания Global Intergold выпустила собственные ценные бумаги. И теперь эти ценные бумаги мы можем для себя, как клиенты, можем эти ценные бумаги приобретать, ну и, соответственно, получать на этом очень хорошую прибыль и дивиденды. Да? То есть вот именно вот это буквально совсем недавно, то есть, как вы знаете, это было объявлено в Мюнхене совсем недавно, 5 декабря, то есть вот 5 ноября, прошу прощения, то есть 3 недели назад всего лишь, да, компания нам предложила вот такую интересную возможность. Собственно, для чего это сделано, да, чтобы немножко было понимание. Вот представьте, кто-то уже работал в каких-то, может быть, сетевых компаниях, да, кто-то работал в обычных компаниях, на наемной работе и так далее, да. Вы посвятили своим фирмам, там, предприятиям, компаниям много лет, вложили много труда, усилий. Да, конечно, вам что-то за это платили, но кто-то когда-то предложил вам стать совладельцем этой компании. Вот вы работали в успешных компаниях, я уверен. Даже возьмем, вот я всегда привожу в пример такую классную, великолепную, успешную компанию, как Amway. Way, да. Многие были там дистрибьюторами, может, кто-то и сейчас есть. Кто-то вам предложил стать акционером и совладельцем компании Amway? Да никогда. Скорее всего, и не предложат. А вот у нас такой проблемы нет. То есть мы не просто теперь клиенты, не просто покупаем выгодно золото, мы можем стать теперь и совладельцами компании. На мой взгляд, очень классное предложение. И миссию ценных бумаг, то есть выпуск ценных бумаг. Эти ценные бумаги, они у нас называются Equity Convertible Notes, осуществляет холдинговые структуры именно компании Geek Capital Limited. Да, это фирма в составе холдинга Global Intergold, но Geek Capital – это самая большая компания, то есть самая большая, с самой большой капитализацией. Именно ценные бумаги Geek Capital мы и приобретаем. Понятно, что для этого пройдены все необходимые юридические шаги, международное законодательство, там очень все строго и серьезно. Я также вам об этом говорил уже, что законодательство о ценных бумагах очень жестко регулируется, то есть очень жестко регламентировано, это все очень-очень все четко, строго и по закону. Поэтому все вот эти формальности юридические были соблюдены, и теперь у нас возможность есть приобретать ценные бумаги. Проспект эмиссии утвержден государственным органом по надзору за ценными бумагами, то есть там все очень строго и серьезно. Ценные бумаги имеют международный код ISIN, также это легко проверить. Наши ценные бумаги будут находиться на наших
депо-счетах в депозитарии, который находится в Лондоне, в Англии. То есть понятно, что депозитарий имеет также все необходимые разрешения и так далее. То есть этот депозитарий, ну, действительно на очень хорошем счету в мировом рейтинге. Что еще? Ценные бумаги хранятся в электронном виде, как я уже сказал, на специальном депо-счете. А почему в электронном виде? Если кто-то вам сегодня скажет вообще, да, то есть в мире где-то вы увидите, там бывают пирамидосы, какую-то там рекламу присылают свою, какие-то пирамидки зовут. Так вот, знаете, да, имейте в виду, что если кто-то вам скажет, что ценные бумаги, они на бумаге, они там с мокрой печатью, у нас все круто, знаете, что это обман, полный обман. Уже много-много лет, ну, пожалуй, даже уже там десятилетия, нет ценных бумаг в бумажном виде. Все ценные бумаги только в электронном виде. Если кто-то вам предлагает ценную бумагу с мокрой печатью на листочке, это стопроцентный обман. Далее, право собственности легко подтверждаются. То есть, ну, во-первых, вы сами можете заходить в свой депо-счет по логину, паролю, зашли, посмотрели. Также можете получать выписку из депозитария, пожалуйста. А ценные бумаги – это ценность, это ваша собственность, можете передавать их по наследству. Да, можете распоряжаться ими как хотите, да. Значит, принимаются они банками в обеспечении финансовых обязательств, плюс мы получаем на эти ценные бумаги доход, а именно 12% годовых добавляется к количеству ценных бумаг и 6% годовых бонусов, да, это на сумму оплаты. Бонусы мы можем тратить на либо на увеличение своего пакета, да, покупать себе можем ценные бумаги, либо можем тратить на золото. Золото, соответственно, продали, забрали деньги. То есть кому как больше нравится. А почему вообще выгодно стать инвестором? Для чего это нужно, собственно? В чем прибыль, в чем интерес? На мой взгляд, это очень просто и доступно объяснил Киосаки. Да, многие читали его книги. Он сделал вот такой... как бы простую такую схемку, называется квадрант денежного потока. Да? А что, собственно, в этом квадранте? R – это рабочие, понятно, кто работает по найму, полностью зависит от работодателя, от его прихотей, капризов, от зарплаты и прочее. Значит, следующее S – это самозанятые. Вот, ну, понятно, те, кто были уже клиентами Global Intergold, понятно, что они уже, ну, большинство, конечно, не на наемной работе, они где-то в секторе либо самозанятые, либо в секторе B – бизнесмены. Самозанятые – это те, кто работает сам на себя. Да? То есть вот есть какой-то доход от собственной деятельности, от собственной работы, от собственных усилий, и этого дохода как бы хватает на жизнь. Бизнесмен – это уже, конечно, уровень посерьезнее, покруче гораздо. Ну, то есть, собственно, у нас бизнесмены – это те, кто в лидерской программе. Да? Вот это уже бизнес. То есть там уже идет доход, ну, там совсем другие цифры, там, конечно. Но это уже, да, это можно расценивать бизнес. Но, к сожалению, будучи просто клиентами Global Intergold, да, покупая выгодно золото в лидерской программе, мы, к сожалению, никак не могли попасть в сектор их инвесторов. Да? То есть это самый-самый крутой сектор, все сюда стремятся. Почему? Потому что доход, собственно, идет от инвестиций. Да? В этом плюс. То есть, да, один раз мы проинвестировали что-то, и получаем дальше доход, которого, собственно, хватает не только на жизнь, но и на хорошую жизнь. Все стремятся в сектор инвесторов. Да? Киосаки об этом много говорит. Да все, то есть все богатые люди об этом говорят. Но как туда попасть, это, конечно, проблема. Не расценивайте, что так, что как сейчас, ну, знаете, многие там пирамидосы также рекламу присылают. Проинвестируй 50 рублей, ты уже будешь инвестором, и там скоро станешь миллионером. Это, конечно, абсурд. Вот, полный абсурд. То есть, если мы говорим о инвестициях нормальных, а не о финансовых пирамидках, то 50 рублей проинвестировать для инвестиций – это, конечно, мало. Куда можно инвестировать, да, чтобы вы также понимали? Есть четкие понятия, четкие определения, как это трактует закон, да, чтобы, собственно, куда можно инвестировать. Итак, все четыре объекта – ценные бумаги, земля, недвижимость, предприятие, как имущественный комплекс, банковские счета и вклады – все. Других вариантов нет. Если вам предлагают проинвестировать в ICO, там, куда-то еще, там, в биткоины, там, непонятно, в какую-то там канатную железную дорогу, да,
то, конечно, это все очень зыбко. Да? Вот четко есть закон, определяет, куда можно инвестировать. У нас это ценные бумаги, все. То есть четко и понятно. Если вам предлагают что-то другое помимо этого, знайте, что это обман. Вас пытаются обмануть на деньги. Вот четко запомните, куда можно инвестировать. Итак, а почему выгодно инвестировать именно в наши ценные бумаги? Здесь все тоже достаточно просто и понятно. У нас это не биржевые спекуляции, это не Форекс, да, то есть вы должны отличать биржевых спекулянтов, кто купил, продал, что-то заработал, да, от реальных инвесторов. То у нас не биржевые спекуляции, у нас действительно инвестиции плюс защита в физическом золоте. То есть мы приобретаем себе ценные бумаги, ликвидные, доходные ценные бумаги, плюс у нас есть защита в физическом золоте. У нас инвестиции, у нас не биржевые спекуляции. А далее, у нас есть четкие, понятные перспективы, что, собственно, мы будем делать, куда мы движемся. Да? Ближайшая понятная перспектива, прям вот совсем ближайшая, да, то есть владея ценными бумагами ДИК, вы становитесь совладельцем быстрорастущей европейской компании. Здесь все очень просто. Допустим, лично меня такая перспектива очень привлекает, стать совладельцем компании, получать прибыль от этой компании, участвовать в распределении прибыли, на мой взгляд, возможность хорошая. Но, по крайней мере, раньше мне такое никто не предлагал. Конечно, у нас надежность, здесь с этим все в порядке, я вам говорил, то есть государственная регистрация ценных бумаг, государственный контроль, аудит, то есть все классно. Прибыль, также мы коротко говорили, 12% количества ценных бумаг плюс 6% в бонусах. Хорошая прибыль, об этом мы чуть позже поговорим, я вам покажу. Высокая ликвидность, то есть у нас это ценные бумаги, есть и СИН, то есть все законно, все классно. Ценные бумаги – это гарант вашей платежеспособности, как я говорил, можно эти ценные бумаги отдать в погашение кредитов, либо кредит взять под эти ценные бумаги, банки это принимают. Идем далее. Для ценителей пассивного дохода. Так, ну, наверное, этот слайд я пропущу, потому что 150 тысяч, наверное, вряд ли кто-то будет инвестировать. Мы поговорим потом о немножко меньшей инвестиции и сравним. То есть, мне нравится вот это высказывание Уоррена Баффета. Это человек очень известный в деловом мире, очень богатый, миллиардер он уже давно, да, и все свое состояние он, собственно, заработал на инвестициях. То есть он инвестор, много-много десятков лет он занимается инвестированием. Он сказал очень классно, акции это очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это купить акции первоклассной компании по цене, которая меньше их действительной стоимости. Стоимости компании, функционирующей под управлением честных и талантливых людей. После этого вам остается только владеть этими акциями всегда. Вот прям сказано в точку. То есть этот человек знает, о чем говорит, и ну, с ним трудно не согласиться, да? Итак, что мы вот из этой, собственно, из этого утверждения имеем сейчас, прямо вот в данный момент, да? Мы можем купить акции первоклассной компании по цене, которая меньше действительной стоимости. Многие видели у себя в бэк-офисах, да, что цена сейчас на акции уже 15 евро, да, она установлена так изначальная. Но нам компания предлагает их купить по цене 10 евро, да? О чем это говорит? Смотрите, вот вы купили по 10, да? Очень быстро, через короткое время, цена станет 15 евро. Купили за 10, стало 15. Это значит, что на 50% вы уже разбогатели. Хорошо? Хорошо. Значит, далее. Компании, функционирующие под управлением честных и талантливых людей. Лично у меня, допустим, не вызывает никакого сомнения, что у нас в руководстве честные и талантливые люди. Во-первых, честные – это факт. То есть я знаю этих людей много лет. Знаю их лично, да, то есть эти люди никуда не прячутся, то есть они всегда на виду, многие также их знают, да, то есть честные, хорошие люди, талантливые, вопросов нет, то есть сделать такой маркетинг, да, применить к такому шикарному товару, это надо быть действительно талантливым человеком. Ну, какой маркетинг, мы сейчас об этом с вами еще поговорим, да, ну и, соответственно, купив такие акции, остается только владеть этими акциями всегда. Почему? Потому что от них можно получать прибыль и дивиденды. Теперь коротко поговорим о партнерской программе, да, то есть что, собственно, предлагает нам компания. Новая, совершенно новая программа, называется она Fractal Stock Program, да, работает она
по принципу фрактала, математический алгоритм дерева Пифагора. Ну, конечно, все вы знаете уже, да, кто не знает, посмотрите. То есть очень интересный алгоритм. Программа предусматривает получение вознаграждения за продвижение и распространение ценных бумаг компании. То есть за работу, да, можно проинвестировать просто, можно получать еще и вознаграждение за работу. Об этом чуть позже. Да, скажу сразу, что потенциальный инвестор, просто инвестор, кто хочет себе купить ценные бумаги, он не обязан участвовать в программе «Фрактал», не обязан. То есть хотите участвуйте, хотите не участвуйте. Можете покупать ценные бумаги без программы. Итак, в этой программе предлагаются пакеты ценных бумаг. То есть просто будучи инвестором, вы можете себе покупать ценные бумаги, пожалуйста, в любом количестве, на любую сумму, как хотите. В программе предлагаются готовые пакеты. То есть что это значит? У нас есть там три базовых. BS Invest я отметил сердечком, потому что такой самый популярный, скажем, у нас пакет у клиентов. Есть продвинутый пакет и три, собственно, инвестиционных. Да? Что здесь? Что здесь, собственно, на этой картинке? Итак, слева колоночка, полная сумма пакета. Да, вот берем BS Invest, я буду в основном про него говорить. Полная сумма пакета 18 тысяч. То есть вы хотите себе купить ценных бумаг на 18 тысяч, но это не значит, что вы оплачиваете сразу 18 тысяч. Вы платите 10% 1800, сразу получаете на эту сумму ценные бумаги, они уже ваши, вы их видите в депозитарии, все это ваша собственность. И плюс еще получаете бесплатно токенов на 1800 евро. Да? Эти токены размещаются в 5 бордах. Да? 5 бордов пропорционально, скажем, номиналу токена. Да? То есть четко уже, скажем, распределено, сколько, в какой борд, при каком пакете токенов вы получаете. Да? То есть, понятно, их можно размещать как, ну, любым способом, как хотите и так далее, да? Но специально красным выделил. Один раз размещенный токен уже нельзя будет переместить и поставить по-другому. Сейчас до 1 декабря, вы знаете, 1 декабря у нас стартует программа, все уже. Полностью старт. Сейчас у нас предстарт. Да? Вот сейчас вы можете эти токены потренироваться, размещать, поставить и так далее. Убрать заново, то есть поиграть так с ними можете. Да? Но если вы расставили первого, то второго, все, как расставили, вы их переместить не сможете. Поэтому будьте внимательны, как вы их будете расставлять на момент старта. Расставить их надо максимально эффективно, да, то есть... Почему эффективно, почему оптимальные пакеты, да? Итак, давайте смотрим. BS Invest. На 1800 вы сделали оплату, получили ценные бумаги, получили бесплатно токены. Оптимальное размещение А7, B7, C3. Вы видите, это значит борт А 7 токенов, B 7 токенов, борт C 3 токена. Да? То есть, и вот так это именно выглядит в бэк-офисе. То есть, когда вы их размещаете, вот так эти токены и выглядят. Почему именно так? Да? То есть многие знают, кто работал в бинарах. У нас похоже на бинар, только гораздо круче. А почему похоже на бинар? Потому что у нас две ветки. То есть видите, вверх синенькая, вниз зелененькая, чтобы различали. Да? Верхняя и нижняя, можно говорить, либо там синяя и зеленая. Синяя – это небо, зеленая – трава. То есть понятно, да, такие ассоциации, чтобы легко и просто было для понимания. От каждого токена отходят две ветки. Вроде бы бинар, но гораздо круче, гораздо интереснее. Значит, фишка бинара в том, что там есть такое понятие, как золотой треугольник. Кто работал в бинарных маркетингах, понимают, о чем я говорю, да? А что это значит золотой треугольник? Если вы заходите только одним токеном, да, то смотрите, вот у вас, допустим, появляется первый лично рекомендованный, второй лично рекомендованный, два инвестора. Есть у вас, вы привлекли двух инвесторов, хорошо, поставили их, вот у вас один и два, все, да, то есть только, скажем, вот один токен у вас самый первый, там начинает работать, зарабатывать, а дальше что? То есть поэтому всегда в компаниях, которые работают на бинарных маркетингах, всегда говорят, дорогие друзья, покупайте сразу много мест, сразу много берите, одно место это неэффективно. Так у нас это сразу вопрос решен. То есть нам сразу предлагают не один токен, нам предлагают их сразу много.
да, и все они расположены именно золотыми треугольниками. То есть тут сразу много треугольников вырисовывается, да, и от каждого токена вы можете зарабатывать в этом треугольнике. То есть в этом плюс. У нас, как я говорил, да, похоже на бинар, но гораздо интереснее, гораздо круче. Кроме того, да, вы получаете бесплатный переходный токен, когда ваш любой токен достигает максимальной комбинации 25 на 25. То есть в верхней ветке у вас 25 токенов, в нижней 25. Все, этот токен заработал максимально, что можно. Да? Он свое отработал, он больше не нужен. Но он не пропадает, да, он не исчезает бесследно. Наоборот, он переходит в следующий борд, да, и становится более дорогим по номиналу. Если в борде А такой токен стоил 50, вот он свое отработал, вы заработали на этом, хорошо, он переходит в борд Б, и там он уже номиналом 100. И так далее, да, до борда F. То есть токен не пропадает никуда. Далее, когда этот токен доходит до борда F, да, это заключительный борд, обратите внимание, там нет, скажем, номинала токена, там черточка, да, стоит. То есть нельзя туда просто так поставить токен, да. То есть он переходит постепенно, да, токен вот при максимальной комбинации 25 на 25 достигает этот переходный токен, доходит до борда F, и там он уже все остается, скажем так, навсегда, он крутится там по кругу, а этот токен постоянно для вас генерирует прибыль. То есть здесь очень, очень интересно и круто все придумано в этом плане. А кроме того, вы получаете еще бесплатные экстра токены. Что это такое, да? Если переходный токен у вас идет вперед, то есть в каждый последующий борд, то экстра токены вам возвращаются назад. Да? Переходный токен вас продвигает в более дорогих бордах, а вот экстра токены вам возвращаются в борд А и в борд Б, и там вас продвигают. То есть благодаря экстра токенам вы еще зарабатываете. Да? То есть вот такая фишка здесь у нас тоже есть. Идем далее. Бонусное вознаграждение. Сколько можно заработать, как это считается, давайте быстренько пробежимся. Итак, как я уже говорил, максимальная комбинация токенов может быть 25 на 25. 25 токенов в верхней ветке, 25 в нижней. Все. Это максимально, что токен может, скажем, для вас получить, для вас заработать. Но начисляться вознаграждение вам начинается от минимальной комбинации 3 на 3. Три токена в верхней, три в нижней. Вы уже зарабатываете. Дальше 6 на 6 комбинаций, 12, 18 и максимальные 25. Соответственно, смотрите, допустим, берем комбинацию 3 на 3, самая простая. Да? Ну, 3 на 3, наверное, но это совсем уже просто. Давайте возьмем, допустим, 6 на 6. Такая комбинация, это тоже просто. Например, вы стартовали с пакета 1800, у вас два личных есть на 1800. Все. У вас уже комбинация 6 на 6 выполняется, то есть в борде А вы заработали 50, в борде Б 80, там, да, в борде С 240. А смотрите, сколько в борде F при такой комбинации. 2500 сразу. Да? Ну и, соответственно, вот внизу красненьким цветом выделено, это именно за, скажем, когда ваш токен вот достигает максимальной комбинации 25 на 25. Обратите внимание, в борде А, да, хорошо, неплохо вроде бы, но обратите внимание на борд F. 32 тысячи евро бонусов за такую максимальную комбинацию. А если у вас таких комбинаций не одна, а несколько сразу, ну, выводы делайте сами. Здесь показано, да, сколько вам бонусов принесет один токен, который вот начинает от борда А. Да? Один токен. Один токен, который доходит до борда F, да, вам принесет 55 тысяч евро бонусов. А с учетом, что этот токен еще сгенерирует вам экстра токены, да, в борд А и в борд Б, то такой один токен с учетом экстра токенов уже вам принесет 1 миллион 367 тысяч бонусов. То есть, для чего я это вам показываю, вот эти цифры? Да, чтобы вы понимали, какой здесь заложен потенциал в этом маркетинге. Потенциал колоссальный, я вам могу сразу сказать. Теперь внимание, на что обращаю ваше внимание. Это крайне-крайне важно, чтобы вы понимали сами и несли правильную, корректную информацию дальше.
Токены в программе Fractal – это не деньги. Денег в бордах вообще нет. Нет там денег. То есть не думайте, что токены, да, это там фишки, я вот их купил, как в фишки в казино, я их там поставил там, на игровое поле. Нет, это не так. Токены – это не деньги. Еще раз говорю, в бордах денег вообще нет. Токены и борды – это инструмент, это счетчик. Это счетчик, который вам считает, да, комбинации токенов. То есть вы можете видеть, сколько ценных бумаг там, да, у вас в структуре, там, лично у вас и так далее. Этот счетчик, борды и токены, считают вам. Просто считают. Все, не более того, они вам считают комбинации, да, и, исходя из результата, вам начисляются бонусы. Еще раз повторяю. Токены – это не деньги. Денег в бордах нет. Токены и борды – это счетчик, это инструмент, что вы понимали, да, и правильно это людям объясняли. Я думаю, здесь вам понятно. Еще раз, токены – это не деньги. Токены и борды – это счетчик, это инструмент. Идем далее. Также у нас предусмотрено лидерское вознаграждение именно в новой программе. То есть все вы знаете, что в тех программах, которые у нас есть, Gold Set программы с таблицами, там у нас есть лидерское вознаграждение. И лидерское вознаграждение у нас также есть и в новой программе. Что для этого требуется, чтобы получать лидерское вознаграждение? Понятно, вы должны быть лидером, у вас должна быть лидерская квалификация, у вас должен быть пакет не ниже Base Invest, не ниже 1800. Ну и соотношение своего личного контракта, да, с суммой контрактов ваших лично рекомендованных, 1 к 2. Значит, что это значит? Например, если вы стартовали с 1800, у вас есть 2 личных на 1800, все, у вас это соотношение выполнено. Но, скажу сразу, до 1 марта, то есть вот мы декабрь, январь, февраль, 3 месяца мы работаем без этого условия вообще. То есть это не учитывается. Лидерское вознаграждение можете получать в любом случае. Выполнено у вас это, соотношение не выполнено. До 1 марта вы получаете лидерское вознаграждение в новой программе. А дальше с 1 марта уже вот это условие будет для вас включаться. То есть, как мне сказал один наш лидер, он сказал, ну, надо будет немножко пошевелить руками, ногами и мозгами, чтобы до 1 марта, у кого не выполнено это соотношение, надо его будет выполнить. 3 месяца, на мой взгляд, это вполне достаточно. Еще раз повторюсь, до 1 марта это условие не действует. Все получают лидерское вознаграждение, у кого есть пакет Base Invest, у кого есть лидерская программа. Специальный промоушен у нас есть на наши фирменные часы Global Intergold. Можно получить такие часы, как вы знаете, такие часы получают только лидеры. Лидеры первого уровня, кто в лидерской программе. Сейчас можно получить без лидерской программы. Что для этого нужно сделать? Пакет Base Invest, опять же, 1800. И за 60 дней, 2 месяца, представляете, 2 месяца, вам надо построить всего лишь 3 ветки по 8 инвесторов в каждой с пакетом Base Invest. На мой взгляд, тоже вполне такое легко выполнимое задание, да, пожалуйста, выполняйте, заработаете в новой программе и получите еще вот такие лидерские часы. Но это далеко не все, потому что в компании предусмотрены партнерские статусы. Что это такое? Ну, я думаю, многие видели в фильмах, читали в книгах, да, что солидные компании, видя, допустим, какого-то перспективного сотрудника, может, этот сотрудник начал, с разносчика почты или с парковщика машин в какой-то компании, да, он постепенно растет по карьере, да, уже там дорос до каких-то, высших менеджеров в компании. И в какой-то момент, ему хозяин компании предлагает, говорит, а почему бы тебе не стать нашим партнером, действительно партнером компании, то есть стать акционером, стать полноправным совладельцем компании. Вот это называется стать партнером. И у нас, как мы говорили, мы и так становимся совладельцами, у нас предусмотрены партнерские статусы. Они также, в принципе,
скажем, такие же статусы, ну, как принято в мировой практике, да, есть junior partner, допустим, младший партнер, ну, почти как и везде, да, у нас тоже такой статус есть, а младший партнер, есть партнер, и есть уже золотые партнеры, да. А что для этого нужно делать, сделать точнее, да, нужно иметь, скажем, определенное количество ценных бумаг. Ну, допустим, сами видите, младший партнер с самого начала, 500 ценных бумаг во владении, и золотой партнер 250 тысяч, да, ценных бумаг во владении. Ну, давайте, допустим, умножим на 15, на сегодняшнюю цену, да, младший партнер 500 по 15, это сколько, 7,5 тысяч, да, по-моему, так. А если мы возьмем gold партнер с тремя, допустим, звездочками, да, такой высший ранг, 250 тысяч умножьте на 15, это сколько там, ну, больше 3 миллионов. То есть более чем на 3 миллиона у вас должно быть ценных бумаг. Ну, я думаю, это уже действительно серьезная заявка на партнерство. То есть вот такие статусы предусмотрены. Что дают эти статусы? Ну, помимо как бы владения ценными бумагами, предусмотрены определенные подарки за эти статусы. Ну, скажу сразу, что младший партнер с одной звездочкой, он, ну, там совсем элементарные условия, да, то есть там вообще никакой приз не предусмотрен. А вот уже партнер, младший партнер с двумя звездочками, всего лишь 1000 ценных бумаг, вот, допустим, по сегодняшней цене, это примерно на 15 тысяч евро ценных бумаг, получает вот такой Rolex, да. Итак, смотрите, здесь на картинке две цифры в углу. Это личные ценные бумаги, сколько у вас личных ценных бумаг. А вот выделено красивым цветом 10 тысяч ценных бумаг, да, над часами. Это ценные бумаги, которые у вас в структуре. Да, то есть есть личные, а есть которые приобретены в структуре. Так вот, 1000 ценных бумаг у вас, 10 тысяч в структуре. Примерно 170 человек ваша команда, вы получаете партнерский статус и еще такой Rolex. Далее, младший партнер с тремя звездочками, да, но это уже понятно, что больше количество ценных бумаг, больше в структуре, получает недельную шикарную поездку в Дубай на двух персон, там, ну, в общем, с перелетами, с шикарным отелем, все, с экскурсиями. В общем, с полным набором всех развлечений, вот это также у нас предусмотрено. Следующее, это уже партнерские статусы, да, партнер, скажем, первого уровня получает вот такой золотой Rolex, партнер второго уровня получает уже Mercedes, да, вот такой Mercedes E-класса. Ну, могу сказать, что, допустим, ну, прямо на собственном примере, все вы знаете, что у нас было интересное такое соревнование за приз «Великое сердце», «Золотое сердце» наше, да, и те, кто получил этот приз в Мюнхене, они также получили на 10 тысяч ценных бумаг. Вот я тоже оказался в числе призеров, я тоже получил этот приз, и компания мне вручила 10 тысяч ценных бумаг. То есть я уже партнер вот с двумя звездочками, 10 тысяч ценных бумаг. И чтобы получить мне вот такой Mercedes E-класса, мне надо, чтобы в структуре у меня коллеги, партнеры именно в структуре приобрели 250 тысяч ценных бумаг. Примерно эта структура 4200 человек. Как вы думаете, 4200 человек у меня зайдут, прям вот первого, второго, третьего в бизнес? Я думаю, что да. Идем далее. Партнер с тремя звездочками, да, получает уже Mercedes класса GLS, это самый крутой джип в мире, престижный дорогой автомобиль. Далее уже золотые партнеры. Золотой партнер с одной звездой получает золотую карту. Это не пластиковая карта, да, под золото разрисована. Это настоящая золотая карта из золота. И на этой карте 300 тысяч евро. Партнер с двумя звездочками получает такую же золотую карту, на ней 1 000 000 евро. И партнер с тремя звездочками, то есть это уже, ну, солидный действительно партнер, получает такую же карту золотую, на ней 3 000 000 евро.
Вот такие партнерские статусы и призы у нас предусмотрены. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать на борт. Мы рады вас видеть в числе совладельцев компании Global Intergold и в числе крутых инвесторов. Итак, теперь давайте сразу рассмотрим вот такой вопрос, потому что его задают очень часто. Люди говорят, хорошо, сколько можно заработать? Да? Часто можно слышать такой вопрос, если я внесу 1800 евро, сколько я при этом заработаю? Ну, наверное, вы тоже с таким вопросом уже сталкивались. Так вот, обращаю сразу внимание. Geek Capital Limited не занимается взносами, вкладами, не принимает никакие взносы. То есть вносить сюда ничего не нужно. Нет у нас взносов, нет у нас вкладов. То есть, если вы на 1800 евро покупаете себе ценные бумаги, да, это значит, что вы стали совладельцем компании, получили для себя ценные бумаги на 1800 евро. Это не вклад и не взнос. Не путайте, пожалуйста, да? И не путайте людей. Вносить сюда ничего не надо. Да? Это не вклады, не взносы, это покупка ценных бумаг на 1800 евро по договору купли-продажи. Все. Вы купили себе ценные бумаги на 1800 евро. А теперь давайте посчитаем, да, вот на реальном примере. Итак, человек говорит, меня не интересует ваша программа, я хочу 1800 евро, хорошо, давайте ваши ценные бумаги, я что при этом заработаю? Легко, можно посчитать. Итак, ценные бумаги куплены по 15, значит у вас ценных бумаг в штуках 120 штук. Да, вот вы купили себе 120 штук ценных бумаг. Получаете дополнительно плюс 12% к количеству ценных бумаг, да, то есть за 3 года до момента конвертации, то есть вы знаете, ценные бумаги будут конвертированы у вас в акции через 3 года, количество ваших ценных бумаг становится не 120, а 165, оно увеличилось. И плюс вы получаете, на момент конвертации ценные бумаги стоят уже не 15, а 45, то есть, соответственно, у вас ценные бумаги выросли в стоимостном выражении, да, они уже стоят там не 1800, а 7425 евро. А сегодня мне также на встрече люди задали вопрос, да, почему 45, да? То есть, ну, 15 понятно, сейчас вот цена 15, а почему 45? Я говорю, это лично мое мнение, да, возможно, они будут стоить 45, возможно, еще больше. Мне спросили, почему ты так уверен, что 45? Я говорю, я исхожу из реальных, объективных, скажем, финансовых, экономических показателей, как работает компания. Да? Я думаю, что у нас же все связано с золотом. Да? То есть вы знаете, что из программы «Фрактал» клиент обязательно себе открывает программу «Goldset». В программе «Goldset» там товарооборот золота, прибыль компании растет, товарооборот растет, все замечательно. То есть у нас все напрямую связано с золотом. Так вот, я думаю, что это вполне реально, что в 3 раза подорожают наши ценные бумаги. Судя по мировому опыту, скажем, такие молодые быстрорастущие компании растут примерно на 500% в год. Да? То есть их стоимость ценных бумаг за год вырастает в 5 раз. Ну, я взял поскромнее, я взял в 3 раза за 3 года. Да? То есть это мое как бы личное мнение, оно может отличаться от вашего и от действительности. Возможно, будут стоить ценные бумаги даже дороже, чем 45. Итак, то есть вот ваши ценные бумаги подорожали, плюс вам начислим 6% бонус, это не очень-то много на 1800, скажу сразу. Итого 7640, да, примерно. То есть 1800 у вас было, 7640 стало. Да? Ну, я думаю, что вполне такой хороший показатель, то есть доходность плюс 425%. Почему хороший? Опять же, все в сравнении познается. Банк дает 2% годовых на валютный вклад. То есть, если вы отнесете в банк 1800 евро, через 3 года вы получите плюс 6%. Все. У нас вы получите плюс 425 или даже больше. А теперь давайте с вами чуть-чуть перефразируем вопрос. Сумма та же, 1800 евро есть у человека, да? Но вопрос формулируем по-другому. Если я не просто там проинвестирую 1800, а если я куплю пакет у вас на 1800 евро, сколько я при этом заработаю в партнерской программе? Да? То есть партнерская программа, я уже говорил, предусматривает вознаграждение за работу. За работу. Теперь давайте посчитаем. Предположим, что вы ленивый человек, я беру ленивого, и вы привлекаете только одного инвестора в неделю.
Да? То есть так же, как вы, допустим, на пакет 1800, всего один за неделю. За год это у вас 52 лично рекомендованных, каждый из них хотя бы по 2 личных. Тоже такие ленивые, как вы, да, ну, в общем, даже еще ленивее. Вот. То есть ваша структура за год всего лишь 156 человек. Итак, что вы получаете? То есть, вот смотрите, у вас пакет 1800, как мы говорили, А, Б, С, борт А7, Б7, С3, да? А сколько это будет токенов? Вот расчет перед вами, да? То есть, 156 человек, сколько вам дадут токенов, да? И что из этих токенов вы можете извлечь? То есть, максимальные комбинации 25 на 25, да? Вот берем, что вам понятно было, расчет А, борт А. 156 человек по 7 токенов. 1092 токена, максимальная комбинация 25, это значит 43 максимальных комбинации, за каждую максимальную 675, 29 тысяч евро бонусов и так далее. Борт Б, борт С. Итого, да, получается, вот мы эти складываем цифры, легко, да, 138 тысяч евро бонусов. Покупаем себе из этих бонусов до 18 тысяч. У нас договор, докупаем себе ценных бумаг, все, на 16 200 сминусовали, это ценные бумаги ушло, остается 122 тысячи евро бонусов, можем на них себе покупать золото, пожалуйста, вычтем разницу 6%, 6% не путайте с теми бонусами, 6% это разница цены покупки и продажи 50-граммового слитка, да? То есть вот если вы сегодня купили на 122 тысячи бонусов золота и тут же его продали, да, 6% будет разница, 6% вы потеряли. Поэтому я сразу вычел эту разницу, да, 122 тысячи минус 6%, итого 114 тысяч, пожалуйста, выводите себе на банковский счет. Это примерно 8 миллионов рублей. А теперь я вот это все, вот эту говорильню и писанину я свел вот в такую простую табличку, да. Все познается в сравнении. Итак, слева 1800 евро вы просто проинвестировали. За 3 года получили 165 ценных бумаг. Хорошо. Ну и получили плюс 425% доходности. Я думаю, это очень круто по сравнению с банками там, и какими-то прочими инвестициями. 425% это хорошо. А теперь смотрим, что справа. За 1 год, да? У вас 1200 ценных бумаг, которые, если по 15, а будут стоить по 45, вы уже 54 тысячи евро заработали. Да? В рублях сразу пишу, кому в рублях понятнее. Плюс вы либо золотые слитки себе забрали на 122 тысячи евро, примерно на 8,5 миллионов рублей, либо это золото продали и вывели себе деньги, примерно на 114 тысяч евро, на 8 миллионов рублей. Это все за год. Да, примерно. Это такой навскидку расчет. Плюс вы получили вознаграждение в программе Gold Set, там таблицы закрываются и так далее. Я не считал это, даже не считал, это плюсом пойдет к вам. Плюс получаете вознаграждение в лидерской программе, потому что с такой командой вы уже в лидерскую зайдете. Плюс получаете статус партнера, плюс получаете Rolex. То есть вот такие варианты. Пожалуйста, сравнивайте. Быть вам просто инвестором или участвовать в партнерской программе Fractal Stock Program. Цифры перед вами, можете еще раз посмотреть. Так, ну что ж, дорогие друзья, теперь, пожалуйста, по вопросам. Я в вашем распоряжении. Можно задавать вопросы в чат. Цифры, еще раз повторюсь, перед вами. Считал я их навскидку очень быстро. Вот, вы можете для себя такой же расчет сделать. Поэтому, если у вас человек спрашивает, а что я, собственно, заработаю, пожалуйста, покажите ему вот такой расчет. Да. Что ты заработаешь просто, принес 1800 евро, проинвестировал, и что ты заработаешь, если станешь партнером и участником Fractal Stock Program.